Алтай Сарымсаков – самый возрастной участник соревнования. Аксакалу 85 лет, и он ни разу не пропустил областной турнир среди пожилых людей по бильярду. В этом году традиционные состязания проводятся уже 15-й год подряд. В бильярд играю более 60 лет и до сих пор получаю огромное удовольствие. Спасибо организаторам, ведь в первую очередь этот турнир – хорошая возможность увидеться с друзьями. В областном турнире по бильярду участвует более 40 спортсменов. Соревнуются традиционно в комбинированной пирамиде в двух возрастных группах. В первой соревнуются те, кому от 63 до 74 лет. Во второй от 75 лет и старше. В соревнованиях участвуют ветераны труда и спорта. Победители, неоднократные победители областных и международных соревнований по бильярдному спорту среди ветеранов. По итогам соревнований по бильярду среди пожилых людей первое место в категории до 74 лет занял Еркент Лео Кобылов. Среди возрастных бильярдистов лучшим стал Ирисалы Ханалиев. Победителей чествовали чапанами и вручили денежные призы.